Статус обласної молодєвої отримала будовля нової середньої школи у Вітебському жилим мікрорайоні Білєва. Готовність об'єкта зараз амаль 70%, і перших навученців установи прийме 1 вересня 2020 року. Щодень, окрім будівників, тут працюють і бойці студотрядів. Як ведуться роботи, побачив Віктор Праліч. Сергій Колєдов, будучи медик, попрацювати у останній місяць літа вирішив на доброупорядкуванні території школи. Каже, що у великих справах лишніх рук не буває. Да і працюючи толокой, усе робиться хучей і винік відавочний. Наша задача входила – це допомога зеленхозу. Тобто ми формували клумби, ми переносили ґрунт, утрамбовували, накривали поля. Клали плитку, также клали резиновое покрытие для игры в теннис, для занятия спортом. Поплеч Сергеем на объекте працуют еще два десятки бойцов студентского отряда. Сформировали его с навученцем разных установ Витебска, але задача во всех одна – наблизить открытие школы, якая отримала статус областной молодевой будовли. Это социально значимый объект и очень важно для студенческих отрядов, чтобы они поработали именно здесь, на социально значимом объекте, в этом микрорайоне, учитывая, что здесь у нас проживает большое количество молодежи. И в дальнейшем можно сказать, что наши ребята, они строят как раз таки школу для будущих бойцов студенческих отрядов. Такая концентрация студентов на объекте позволяет не распылять силы будовникам, а работы тут хапая. Працуют одразу 200 человек, им кнутся закончить все внешние работы, как с надыходом холодов разыстись по класах и кабинетах, не заведоми, а деле ведал. 47-я школа в Билево сейчас находится в готовности порядка 70%. На втором блоке активно ведутся отделочные работы. На третьем блоке также ведутся отделочные работы. В первом блоке сейчас прокладывается электрическая кабельная продукция, а также вентиляционные системы. И в сентябре, опять же, мы приступаем к отделочным работам на первом блоке. Школа у Білєва-2 відавочно буде одной з самых спортивных у регіоні. Свої виразные рисы набыли две чаши для бассейнов. Яны будуть различены як для дорослых, так и маленьких наведвальников. Разместится тут и великая гимнастичная зала, не кажучи уже об спортивной. Мальчик хочет наш спортом заниматься. Возможно, мы бы его сюда и отправили. Как раз в 21-м году мы идем в первый класс. Вот, и мне как учителю тоже это очень интересно. Работа близко будет. Школа у Білєва разлічена на 1200 навученців. Потребний для 3000-го мікрорайона, як повітря об'єкт, здадуть у 2020 році. Уже праз год замість пашпорта об'єкта з'явиться шильда «Школа номер 47». Віктор Праліч, Олександр Петровецький, новини Вітебск.